Подожди, это я, Шамиль. Не, ну в принципе мы можем тебя застраховать. Это вот от него? Ну ладно, я пошел. Куда, блядь? А подарок от сценариста? Знаешь, почему мое имя Бам? Потому что я делаю БАМ! А давай зажарим этого крокодила. Вот это я тьму себе собрал. Следующее ваше испытание – это преодолеть эту стену масок из After Effects. Так, а куда дальше? По коридору и налево. Это вы по коридору и налево? Нет. И что теперь? Король горы. Это была ошибка. Нихуя себе у меня X-Ray. Гони меч, лупоглазы. Ты шо, охуела? Ладно, теперь наша очередь. А что если... Нет, это не может быть Рахиль, она всего лишь такого же роста и имеет золотистые волосы. Рахиль? Но голова у тебя что надо. Бонжур, ёпта. Что, блять? Бля, отвечаю, Рахиль видел. Да не, показалось. Ну все, погнали. Андросия. На меня всем похуй. А, что я тут забыл? Чтоб ты подавилась. Что за токсичная лягушка? Лучше доедай уже, нам на тесты пора. Итак, сегодня сыграем в догонялки. Кто-то знает смысл этих испытаний? Без понятия. Все, им пизда. Запускай вторую. Алло, ты чё делаешь? Сука. Я нашел. А кто это вообще был? Не знаю. Теперь, когда я нашел тебя, мы всегда будем вместе. Всю жизнь. Всю жизнь. Блять, за что мне это? Следующее ваше задание – дать сожрать этих двоих, чтобы они не появились во втором сезоне. 5 minutes later. Так это ты спиздила черный март? Ебать, говорящий о нигири. Выходит, у тебя мой меч? Осталось совсем немножко, и мы выберемся вместе. Да ты чё? Вставай. Не.